Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вам покажу, как делать вот такую вот бахрому для пледов, как украшение. Вы ее можете сделать короче, длиннее, это уже на ваше усмотрение. Уже когда у вас готовая деталь, вы обвязываем столбиком без накида. Вот если взять, я начинаю, да, у меня столбик, провязываю столбик. Далее вытягиваю нить на нужную вам длину. Вот здесь, вот на этом этапе, желательно каждую вот положить линейку и измерять, чтобы были одинаковы. Я вот меряла вот таким вот образом. Брала крючок вот так в руку и до конца, как бы ладошки, держа крючок вот таким вот образом. И вот так вот перекручиваем эту нить, придерживая здесь пальчиком. До упора, то есть ровно столько крутим, пока не закрутим такой вот, сейчас увидите, хороший жгут, который уже, смотрите, начинает закручиваться. Вот, вы перекрутили, теперь вот здесь я, смотрите, перегибаю пополам и держу пальцем вот эта вот дырочка, из которой мы столбик вывязали. И теперь либо в эту же дырочку, но я делаю ниже, потому что это последняя, она вытягивается. И вот на ряд как бы ниже и провязываю еще один столбик. Вот, смотрите, она у нас закрутилась. Далее снова в следующий столбик. Видите, сначала я провязываю нормально столбик, а следующий закрепляющий я делаю под петлю ниже снова. Раз. Это я так меряю ладошкой. У вас же будет свой как бы размер. Вот так вот вы одну можете измерить, вернее, пробовать до того момента, пока вы, вернее, экспериментировать с разной длиной, пока вы не определите тот размер, который вам нужно. Потому что в моем случае... Вот. Все, девчонки, вот так вот легко можно сделать бахрому для пледа. Я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.